Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом, который вчера встал на предстарт. Называется «Мой фундинг». Это, друзья, у нас живая очередь. Регистрация 110. До старта 10 дней. Можно посмотреть видео как здесь. Также у меня залито это видео на YouTube канал. Здесь о проекте это все можно прочесть. Регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль. Вот, входим по логину и паролю. И давайте перейдем к маркетингу. Маркетинг здесь все очень подробно расписан. Все мы читать умеем. Я уже зачитывать, затягивать видео не буду. Вот. Вход сюда 150 рублей. Значит, это все можно прочитать. Всего 3 стола здесь. Вот первый стол. Также нажимаем. Второй стол и третий стол. И прибыль с одного места без учета реф-программы составляет у нас 2670 рублей. Значит, вложив 150 рублей, мы увеличим наш доход почти в 20 раз. Здесь, друзья, у нас присутствуют и боты, и клоны. Можно нажать «Вопросы-ответы», также все прочитать. Как зарегистрироваться? Так, я хочу создать несколько аккаунтов. Допустимо ли это? Вы можете создавать нужное для вас количество аккаунтов. При этом используйте различные кошельки и различный email. Компания не делает ограничений на количество созданных вами аккаунтов. Значит, под себя можно регистрировать сколько хочешь. Аккаунтов это уже на ваше усмотрение. Значит, так, что еще? Так, хочу изменить платежные реквизиты. Так, в целях безопасности данная функция отключена. Чтобы поменять кошелек, обратитесь в службу поддержки. Это понятно. Так, пароль. Так, кто такой систембот? Систембот – это системный бот. Автоматически формирует системой для того, чтобы ускорить движение в столах. Подсистемные боты не идут заполнение столов. Идет образование юбки. Что такое клон? Клон – это новое место активного участника. Клоны приносят дополнительный доход участников. Что значит активный участник? Тоже все. Господи. Здесь расписано. Так, как распределяются средства? Средства распределяются согласно правилам сообщества. Так, платежные системы. Здесь Pair. Так, рубли у нас. Так, возможно ли смена кошельков? Нет. Ну, это все можно прочесть, друзья. Давайте перейдем в кабинет. Посмотрим, что у нас в кабинетах. Сразу же у нас находится партнерская ссылочка. У меня на балансе 95 рублей. В профиле сразу заполнить платежные реквизиты. Если нужно, сменить пароль. Я Pair. Как я уже сказала, работать только с Pair'ом. Ну вот, фамилия, имя, скайп, имейл по умолчанию, страничку ВКонтакте, Фейсбук. Это все мы сохраняем. Далее, пополнение, друзья, уже открыты. И резервируем стол. Создать стол. Стоимость открытия первого стола 150 рублей. Для открытия стола выберите удобную для вас платежную систему. Внимание! Первый стол будет создан автоматически после оплаты. Выплаты идут в рублях и только на кошелек Pair. Понятно это, да? Значит,
переходим опять в аккаунт. И здесь вот столы. Первый стол. Я уже пополнилась, как бы, да. Мне пошли партнеры. Тут мне уже два места зарезервировано. Второй стол. Вот. Ну, третий стол еще не создан. Так, профиль показала создать стол. Вот так это я вам показала. Открытые столы, закрытых столов у меня нет. А, есть тут у меня закрытый стол. Так как я перешла уже во второй стол. Так. Финансы отправить средства это между участниками. Так. Мои партнеры. Здесь отображаются наши партнеры. У меня 5 человек, 3 активных, 2 неактивных. Пополняйте и сразу резервируйте место, чтобы быть впереди. Здесь промо-материалы. Промо-материалы, конечно, друзья, шикарные. У меня уже в работе вот этот я себе скачала. Вот. И вот этот. И они у меня уже крутятся в работе. Вот видите, какие красивые. Ну, здесь история аккаунта. Вот такой вот проект, конечно, я приглашаю. Кому интересно, присоединяемся. На старте заработать, конечно же, можно. На этом буду заканчивать. Старт проекта состоится 23 февраля. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.